проще выбить внутрь, потому что тут мало, а там целую петь вот место рабочее. И вот оно вот в плохом состоянии. Вот это. Так, ну поехали. Ну вот, давайте смазываем места посадочные, потому что иначе они заржавеют. Это посадочные места под колодки. Если их не промазать хорошо, то по металлу коррозия как нифиг делать пройдет. Я не знаю, многие там медью смазывают. Я пробовал, мне не понравилось. Я больше сторонник, как это, блин, называется, графитовой смазки. Накидываем, фиксируем. Одна и сейчас вторую тоже. Я смазываю их тоже так, потому что можно, конечно, фиксатором, но зачем? Я еще ни разу не видел, чтобы эти болты выкрутились. То есть это как бы что-то из разряда уже научной фантастики. Так. Один и второй докручиваем. А потом будем уже вибрации. Есть зазорчики. Здесь вообще шикарно закрутилось. И давайте докручивать. Раз. Так. Вот самое стрёмное место вот здесь. Верхний. И так. Просто я лично не думаю, что эта штука отпустится. Что у нее есть вообще шанс. Здесь реально хороший моментик. Так, есть. Все. Это прикрутилось, сейчас вешаем. Пока у меня нет колодок, вешаем колесо, главное потом не запустить этот. То есть, чтобы их не оторвало трубку. Суппорт то же самое, смазываем. Наживляем. Ну, понятно, почему наживляем, потому что закрутить до конца желательно, чтобы смазалась вся резьба, чтобы не закисло ничего. Потом. Все, закрутил, висит,
Главное не нажать на тормоза, потому что иначе выйдет цилиндр и потечет жидкость. Так, ставим колесо. Ставим колесо. Надо довернуть. Вот так вот. Приходится в темноте делать. Пришло зеркало. Надо будет забрать завтра в Балековне на почте. Ну, вперед с песнями. Делаем. Я хочу поднять еще задние колеса. Сейчас подложить что-то под зад. И... у меня и задние колодки есть еще. Но, вероятнее всего, я уже буду этим заниматься завтра. Кстати, может быть. Давайте, наверное, мы сейчас сделаем по-другому. Мы сейчас попробуем зачистить. Круг у меня есть. Сейчас попробуем зачистить боковину и ржавчину все это. Посмотреть, потравить. Поехали. Так, друзья. Очень ужасная ржавчина. Ну, по виду, да. Давайте посмотрим, что мы здесь можем сделать. Сейчас я скребу маленько. Мне вот это место смущает. Здесь очень много слоев. Так. Давайте зачищаться. Блин, плохо то, что уже темно. Давайте попробуем. Плохо видно мне в очках. Потеют они, собаки. Не знаю, есть ли тут дыры. Но, по-моему, я пока дыру не вижу. Вот герметик, видите? Где-то здесь, блин, слив должен быть. И вот почему его нет, я не пойму. Почему. Я его не вижу. Вот здесь мне место тоже не нравится. Хрустит аж. Так, сейчас, сори. Мокрые очки. Да, что-то здесь надо ковырять. Кто-то менял. Кто-то что-то делал здесь. Я вижу слой. Блин, хвостомеска мне нужна. Для отвертка. Давайте пока попробуем отверточкой чистить. О, нет. Видите, здесь была шпаклевка. Вон прям кусок отвалился. Да, нужно. Не получится, не пройдет. Не пройдет. Внутри коррозии не вижу. Здесь вот так надо срезать. Вот так, понял. Всю нижнюю часть. Так. Берем, режем. Это тоже надо снимать все. Блин. Да куда? Так. Ну, ребят, я облажался. Я облажался, вот эта часть вся гнилая. Так. Ну, даже не знаю. Надо все счищать. Вот где-то до сюда резать. Вот так вот. Кусок. И стыковать на в накладку. Да. Так он живой, вот здесь вот, видите, а вот тут он уже начинается коррозия. Но здесь все можно счистить, вот здесь можно. Не поверите.
Блин, что делать, непонятно. Так. Ну, короче. Резать, не дожидаясь перитонитов. И, вероятнее всего, придется резать очень много. То есть я не знаю, что здесь под этим, да? Может быть, придется накладывать еще и сверху. Но времени у меня нет. Смотрим. Смотрим, где что. Так, здесь живой кусок. Здесь я вижу живой кусок. И здесь я тоже вижу живой кусок. Как ни странно. Как ни странно, сзади только вот это место. Давайте посмотрим его. Так, ну давайте попробуем. Что с этим делать, тоже непонятно. Да, круто. Хочется задать вопрос. Некоторым людям, да? Зачем при таком вот ремонте шпаклевать все? При этом посмотрите, что спереди, да? Спереди дыра. Вот второй день. Сейчас будем что-то думать. Не знаю, наверное, вот это место я бы залудил бы. Мне не нравится вот это. Так, здесь сильно мятое место. Надо снимать подкрылок, то есть, чтобы добраться до внутренней стороны. Да. Да, вот так. А здесь фигня. Здесь вот удивительно, что никто не выбил это. Я даже не знаю. Ну, в принципе, никаких особых проблем я здесь не вижу. Два слоя краски только на заднем крыле. То, что я вижу, да. Так что берем сейчас все это, протираем. Попробую сейчас я вот залудить вот это место. Сейчас только зачистим. И вперед с песнями. Да, ребят, вот очечки мне придется одеть, чтобы глаза не повредились. Давайте попробуем сначала протрем спиртиком, потом будем чиститься. Блин, что-то залетело в глаз.
Так, давайте протремся. Я просто вижу, вот она кислота, да? Ой, кислота. Коррозию вижу. Вот она. Не знаю, что и делать в этом месте. Давайте попробуем ее выжечь. Конечно, я боюсь, что вот в этом месте попробуем. Мне вот это место не нравится главным образом. Сейчас чутка подсушим. Да, как это все работает? Чем неприятно, это то, что открытое пламя. Ага. На холоде хорошо прогреваем, пока все не закипит. Ведь вот они. Плавятся. Она блестит. Видите? Сейчас попробуем еще притащить, короче. Так, теперь я притащил паяльник, камин, отлично. Ай, блять. Вот какого хуя, блядь, все время припрется какая-нибудь тварь и насрет, блядь, под машиной. Так, я притащил олово. Сейчас мы будем это дело все запаивать. Ну, то, что мне в реале, как бы, я так залудил маленько. Сейчас еще немножечко вот здесь вот дойду до края. Давайте дамажем вот это место. Давайте, давайте. О, лучше. Смотрите, что получается. Давайте попробуем еще разок.
Так, разогрелось хорошо. Чует мое сердце очень хорошо. Нифига, не плавится. Следы от споттера. Они ему вытягивали этот порог замятый. Вот он весь. Газ заканчивается. Будет мазаться. Так. Ну, все остается. А, ну, сейчас. Я пошел резать порог. Ну вот, оставляем так, с этим потом. Надо будет пилить вот эту штуку каким-то образом, да, снимать их. Потому что я иначе не подберусь туда. Он прикреплен. Где прикреплен, хуй его знает еще. Где-то, наверное.
Так, как все это чистить? Теперь нужно крепить сюда диск толстый и идти чиститься. То есть как-то вот так. Не знаю, вот здесь металла нет. Нету, вот она, пластина идет. Здесь нет никакого перехода, здесь вообще нет металла. Такое ощущение, что этот порог кто-то ставил. Как так ставили? Наверху ничего не видно. Здесь ничего нет. Здесь нет сварки. Видите, я чищу. А это кусок просто металла. Вот он, вот. Вот, смотрите. Видите? Сейчас, вот как-то вот. Не знаю, видно? Видите, кусок? Просто он нахлёст. Здесь ничего нет. Ничего. А должно быть вот так приварено. Ну, либо я вообще ничего не понимаю в автомобилях. Вот эта часть от порога. Здесь все отгнившее, вот она отпала, да? Но здесь вот прям как будто ничего и не было. Ну, короче, зря я вообще ремонтировал порог, его надо было срезать полностью, наверное. Так, смотрите, вычистил все, да, кое-где ржавчина осталась, но понятно, что ее совсем не вычистишь. Не вычистишь в идеал, да, ну вот, потому что везде в порох остается ржавчина. То есть моя задача сейчас, я принес вот сюда такую вот вещь. Сейчас мы будем проходиться и удалять все виды ржавчины, то есть чтобы этого всего не было. Поехали. Это вюртовская дорогая штукенция, дорогая, достаточно хорошая. Вот такая вот эмульсия. Давайте покрывать. Она будет у нас покрывать отовсюду. Кстати, давайте, наверное, может быть, еще и там промажем, чтобы коррозия нас не сожрала ничего. Да, я вот наверху тоже, видите, промазал. Так. По оцинковке. Смотрите, да? Ну, я вынужден многие вещи оставлять, потому что я не могу полностью заменить весь порог, у меня нет такого. Видите, вот эта вот часть, она тоненькая-тоненькая. Металл очень тоненький, вот он реально очень тоненький, как фольга. То есть я не знаю, как так можно делать. Это заводская. Эта деталь заводская. Так. По низу тоже пройдусь. Так. Ну и понятно, что придется где-то здесь тоже проходиться. Все, по всему металлу. Где, чего металл появляется. Где металла нет, грунт я трогать не буду. Его весь не счистишь. То есть это покрывается потом как грунт. Видите, приходится до самого верха идти. Так, ну а пока пойдем делать. У меня 1,10 м кусок. Давайте мерить. У меня кусок где-то 1,10 м отсюда до сюда. Да, 1,10 м. И шириной. Слушайте, ну ширина вот здесь вот 6 сантиметров. 6 сантиметров накинуть сюда вот до борта. 7. То есть надо закрыть где-то 7. Загнуть сюда и загнуть там. Дыры нужно оставить. Просветы, чтобы стекала вода. То есть здесь кто-то герметиком все это дело закрыл.
Так. Ну, придется вот тот кусок брать. Вот. Здесь 10 сантиметров. Смотрите, я притащил для зашкуривания всего этого. Сейчас буду зашлифовывать водичкой. Здесь водичка у нас. Так, приступаем. Да. Так. Да, один слой покрыт. Теперь время прошло, и придется натирать, потому что мне нужен еще слой. Видите? Теперь давайте зажиматься. Где все? Я все себе за спину разместил. Молодец. Что? Зажиматься. Так, чуть-чуть отпустим. Толщина большая. А, кстати, давайте вот этой. Так, чутка отпустимся. И зажмемся вот так. Есть.
Вот, уже прижато. Понимаете, да? Сейчас надо будет еще сверху, снизу, вернее, подпереть вот все хозяйство сюда. Так, теперь... ободрался металл. Сейчас надо будет чем-то прижиматься. Ушел за прижимами. Практически как родная стала. Снизу пусть будет дыра, если там где-то не плотно, то это хорошо даже, что вытекала вода. Теперь нужно разработать, нарезать каких-то кусочков, чтобы закрыть все вот это дырки. Так, ну вот что получилось, смотрите. Заглушки. Заклеил я их. Теперь вода литься туда точно не будет, а тот конденсат, который там будет образовываться, он будет стекать. То есть имелось в виду, что, видимо, что эта фигня вся должна была быть в порядке. Понимаете, да? Что там должно быть отверстие дренажное, но ничего нет. Ничего толком нет. Я вот, если остались какие-то щели, в чем я сильно сомневаюсь, вот где-то здесь я оставлял, да? То есть надо вот сейчас будет как-то отверткой их выковырить. Так, ну вот. Так, придавил. Видите? Так, и вот здесь вот проделал отверстие. Чтобы была... вода все равно стекать будет. Да, утро. Мы съедим за другого дня. Идем смотреть, ничего этот снимать не надо. Так, ну, что у нас здесь? Ха. Не работает. Так, ну я думаю, по любасу это высохло. Высохло. Теперь отпускаем все. Демонтируем. Да, и я одну вещь не предусмотрел, но нужно пролить еще. Отрезать и проливать туда. Так. Залатано. Сейчас придется отрезать те заглушки, которые я поставил, чтобы потом приклеить заново. Не проблема, приклеим. Должно потечь. Сюда еще. Так. Все. Все. Так, ребят. У меня стрёмное место вот это. Я сейчас притащу, расшнурую его. Уберу отсюда, да. Здесь у меня понятно, что все под замену. Но сейчас мы это оставляем. Я буду промазывать антикором. Чтобы какое-то время, да, вот, чтобы вот это место, чтобы на какое-то время хватило. Вот это будем сейчас раздирать, чтобы тоже антикором покрыть. Я снимать не буду. Порог есть. Тут еще надо снять вот эту часть. Вперед. Да, и приступаем. Будем делать тормоза задние. Сначала передний суппорт пришел уже. Потом задние. Две. Меняем масло. И машина едет на эстакаде.